Ну что, друзья, мы поехали смотреть квартиру. Честно, мне очень страшно. Я еду, у меня глаза на мокром месте, потому что, судя по рассказам мужа, там пипец. Друзья, мы подъехали. Я еще не вышла, у меня уже истерика, потому что это вообще пипец просто. Просто пипец. Господи. Просто. Мы будем жить в подвале, блядь. Просто в подвале будем жить, видите, вот. Это мы здесь будем жить? Подвал, давай, бросай. Очень смешно. Пиздец просто. Просто пиздец. Просто бомба. Господи, тут воняет ужасно просто. Просто бомжами. Вообще просто. Кстати, ванну интересно посмотреть. Я представляю, ну как это в общественном туалете? Одинаково. А, смотри. Просто, ну, я представляю. Сейчас просто раз, два, три. Вот это ванна. Ой. У меня конкретная истерика, я не могу вообще остановиться. Я ушла, чтобы меня там никто не видел, потому что у меня все вон замкнуло. У меня не хватает кислорода, потому что все равно жить в более или менее нормальном месте столько лет. И сразу, ну, я не говорю там что-то шикарное, ну, нет возможности, хорошо. Ну, хотя бы, чтобы там, ну, более или менее чистенько было. Как-то пригодно для жизни, что, ну, не такой же бичугарник. Ну, что это вообще? Внешне еще более меня, внутри там просто, просто пиздец, другими словами не скажешь. Просто ужас. Я не знаю, я сейчас стою и надеюсь, что он выйдет, и что это просто была шутка. Они просто прикалываются надо мной. Да, я знаю, что у нас нет возможности, да, здесь снять СТ какой-то или что-то нормально. Но хотя бы что-то более или менее. Серьезно, мне очень плохо. Привет. Знаете, вот поразительно, но факт. Я всегда думала, что именно женщина создает уют в доме. И, соответственно, женщину не должно пугать, что там немножко ремонт не такой, да, что... Ну, лично я увидела там немножко плесень. Ну, в принципе, в целом, что стены надо бы подкрасить. Либо там обои. Ну, вообще, в Европе обои, по-моему, никто не клеит. Ну, суть не в этом. Суть в том, что там, в принципе, не такой большой объем работ, который нужно сделать, чтобы квартира была прям хорошая. И, в принципе, создать уют в ней не проблема. Но капризная же Наташка разревелась и устроила истерику, потому что не пришла на все готовенькое. Знаете, что тут скажешь, в общем-то? Ну, глупая баба она есть, глупая баба. И ничего в ее жизни не изменится. Вот. Ну и надеюсь, она будет жить в этой квартире с плесенью. Ха-ха-ха.